Глава государства сегодня в здании администрации президента провел встречу с жителями приграничных сел Ошской, Баткенской, Джалалабадской областей, общественными деятелями, активными гражданами страны. В ходе встречи была представлена подробная информация относительно приграничных вопросов на кыргызско-узбекской государственной границе, а также относительно водохранилища Кемпирабад. Кроме того, собравшиеся озвучили интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы на них.